Приветствую вас на канале А2АПИС. И многие спрашивают, как долго живут матки инструментального осеменения. В комментариях пишут, в личку пишут, а сколько матки живут. Мы были в этом году несколько раз в гостях у Юргена Браза. В одно из посещений он нам подарил матку Ио. Это матка 17-го года, с желтой меточкой. И вот до сих пор она живет и здравствует. Я хочу показать вам, как они к зиме подготовились со своей маточкой, есть ли там расплод. И в следующем году уже можно будет снять видео, посмотреть, как она выйдет из зимы. Ну что, посмотрим. Я просто знаю, что здесь должен быть еще расплод. Просто должен. Не может его не быть. Я вижу матку, друзья. Я ее вижу. Сейчас я вам ее покажу. Ну где ты, моя королева? Вот она. Видно, да, наверное? Вот и расплодик печатный. Пчелы миролюбивые. Обратите внимание, сейчас на улице погода. Я напишу, наверное, какая. Надо будет мне посмотреть дома, не знаю. Но я думаю, градусов может 8. Каких не буду я студить их. Матка с желтой меткой, а значит, это ее будет уже 17 на 18 раз, 18 на 19 и 19 на 20. Третья зимовка будет. Поэтому, друзья, на этом я заканчиваю это видео. И в следующем году, весной, мы посмотрим уже, дай бог ей хорошей зимовки. Следим за судьбой маточки Юргена Брауза. 20 февраля 2020 года. И наши пчелы полетели. Вот сегодня, по крайней мере в моей местности, первый облет. Так вылетали единичные, но сегодня уже массово. Хотя на улице там, наверное, не более 8 градусов. Но солнышко. И вот здесь им тепло. А это семья с маткой Юргена Брауза. 36-я маточка от B936. Она даже и вылазить не хочет. Сидят в клубе. Смотрите, сколько кормов. Вот эта семья сидит. Очень хорошо сидит. Это племенная, к которой мы прививаемся, семейка с маточкой, которую я покупал в 18 году у Жоса Гута. 322 линия, пчелки все ровненькие. Вот мы в гостях у Жоса Гута. Все-таки нам что-то перепадет на этот раз. В следующий раз мы приедем, заберем все остальное. Третья здесь матка Клауса Ференбаха, 956-я, B956, если я не ошибаюсь.
Она у нас 6 на 6 улочках сидела в клубе. Да, 956-я. Облетана была на Лаутентале в 18 году, на Рупеле в 19. Вот. Очень спокойные пчелы. Вот у Ференбаха есть темная пчела, а есть рыжая. И вот у меня рыжая попалась. Мне она нравится очень. Крепкая семья и спокойная. Хорошо развивается. От нее будем прививаться в этом году и работать с ней. Ой, сидят на щеках, на голове. Где хотите, а я не могу камеру убрать. А в этой желтой крышкой пернер. Сейчас мы посмотрим. На этом домашнем тачке у меня находится карника. И есть племенные семьи Бакфаста. Но в связи с тем, что это семьи племенные, я их отсюда не убираю. Но не даю возможности трутню летать Бакфаст. Все верно. Это линия пернера. 77-я. Вот они занимают все улочки.